Привет! И дискет. Наступает ночь. Night. Мирные жители засыпают, и просыпается мафия. В этот раз у кота большие проблемы. Он разыскивается. Wanted. И не потому, что он погрыз провода или сходил мимо лотка, а все потому, что он начал воровать рыбку. У него даже есть маска. A mask. И мешок. A bag. И вот кот посреди темной улицы крадется к очень охраняемому зданию. A bank. В нем обычно хранятся деньги. Money. Золото. Gold. И драгоценности. Jewelry. Но, видимо, еще и рыбка. Чтобы не привлекать к себе лишнее внимание, кот должен быть тихим. Silent. И незаметным. Invisible. Войти через центральную дверь не самая лучшая идея. Дверь была заперта, и на ней висел огромный замок. Тогда кот решает пробраться через крышу. A roof. Очевидно, что задача не из легких, но у ловкого кота получается попасть внутрь. Нельзя медлить, и нужно скорее отключить сигнализацию. An alarm. И вот, наконец, огромное хранилище. A storage. За дверью которого находится заветное сокровище. Но как же открыть огромную железную дверь, если у тебя лапки? Нужно просто пошкрябать ими. Удивительно, но это сработало, и дверь открылась. Внутри было много золота и драгоценностей. А в центре сияла драгоценная рыбка. Но что-то пошло не так, и сработала сигнализация. А пока кот убегает от охранников, давай повторим слова, которые ты запомнил. Money. A mask. Jewelry. Wanted. A storage. Показывай этот ролик своим друзьям и проверяй их знания. И обязательно подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить новые приключения кота. Пока!